Ньюсблок сегодня. Диджей Смэш запел. Получается очень круто. Дженнифер Энистон. Помолвка к юбилею. Муж Деми Мур жигола. А Кейт Уинслет гордится своим телом. Подробности в ближайшие 7 минут. Привет, с вами Антон Зоркин и Ньюсблок. Диджей Смэш запел на съемках своего нового клипа на трек «Лучшие песни». Особо впечатлительных со съемочной площадки попросили удалиться. Чем удивлять будете? Не верю. Зрители тоже поначалу верить отказывались. Смэш поет, с чего бы. Ну кому может такое понравиться? Никому не нравится. Все люди, которые снимаются в зале, они все... Большую часть клипа они кидаются мне помидорами. Все по плану. По режиссерской задумке клипмейкера Павла Худякова. Группа «Fast Food» — любимое детище диджея Смэша в роли эпатажной джаз-банды. Пипец. Жесть, жесть, одна жесть. Мы абсолютно непредсказуемы. То ли еще будет. Открытие 2008 года группа «Fast Food», известная по хиту «Moscow Never Sleeps», сейчас записывает дебютный альбом «Fast Fuck». В работе над пластинкой примут участие западные звукорежиссеры, работавшие с Мисси Эллиот и Нелли Фуртадо. Продюсер — самый высокооплачиваемый диджей России Смэш. И берегитесь, мы скоро зайдем. Волгоградские девчонки – те еще штучки. Райра Татуй песни сама пишет, Ева Орех за роман-триллер взялась, а Ил Айвентура собственноручно шьет костюмы для выступлений. Да и сам их звездный продюсер не лыком шит, на классику замахнулся. Очень хочу поработать с симфоническим оркестром, попеть немножко. Песни придумал таких. Нет смысла делать говно. Говно можно говорить слово в эфире? Нет? Можно. Ему говорят, многое можно. Музыкальной школы и компьютерных курсов ему хватило для того, чтобы придумать новый коммерческий формат ночных клубов. До диджея Смэш русскоязычные композиции не проходили фейс-контроль. Мяу. Кстати, кот-ученый в этом клипе не галлюцинация. У него роль особая и до премьеры клипа строго секретная. Специально для Ньюсблок MTV, MTV Forever. Удачи, диджей Смэш. Дженнифер.